Всем привет, ребят. Ну что, вот у нас наконец-то новый герой на максималке. Никак ему не нарадуюсь. Очень нравится. Что могу сказать? Герой имбалансный, бездонатный, офигенный, обалденный. Надо его выбивать, качать на максимум, не тратить на него, не жалеть ресурсов, как на Фрею, на Анубиса. Просто бомбезный герой. Для бездоната вообще кайф. Вот такая вот у нас сборочка. Я сейчас уберу факт, он по сути он не нужен, поставлю ему оживу, и мы пойдем его тестировать на битве гильдий, посмотрим, что он себя представляет. Так, давайте вот так вот его соберем. Берем с собой, как обычно, огника. Вот такой вот у меня огник. Огник у нас будет с цепом, и сюда ставим ронина. И просто попробуем в этих три рыла затащить. Получится, не получится, сольемся, конечно, не сольемся, это такое. Самое интересное посмотреть, что он сможет на битве гильдий. Так, где-то мои ронины, девятки. Куча ронинов, непонятно кто где. Вот такой вот у нас еще ронин есть. Поехали, посмотрим, что там у нас за топы. Кто-то слился уже. Тестировали моего героя. Так, 387 395 400. Три топа отсюда. Так, смотрим. Ну, такие вроде ничего там героя. Давайте изначально его кинем первым, посмотрим, сколько он там захапает. 26%. Нехило так. Вот, кстати, на добивочку, мне кажется, он бы был бы вообще топчик. Так, сейчас он, надеюсь, подбежит, успеет. Ну, чуть-чуть. Отлично, включился. Посмотрите, 63%. Мы снесли половину карты. Просто жесть. Ну, резнулся он, все. Он дальше уже просто бесполезным будет. Ну, отсюда запускаем, пробуем ронина. Если вам нужно выбить дофига, то есть сейчас, если у бездоната будет такой герой, ну реально пройти битву гильдии будет намного проще ему. 97%. Так, ну что там у нас ронин с живыми, думаю, он сейчас, наверное, сольется, не сольется, ударит феникс или нет. Ладно, не будем ждать, ударит, не ударит. Вот так. По сути, вообще просто ничего сложного даже. Но герой, блин, круто на битве гильдии себя показывает. Особенно в атаке. Не знаю, как в дефе он будет. Конечно, и в дефе, если он включится, будет просто офигенен. Потому что многие герои просто не смогут подойти. Но надо, чтобы он активировался. Вот из-за этого, я думаю, ему автопрок не поставили. Потому что был бы автопрок, он бы, наверное, просто был неубиваемый. Так, вот такая вот раста. Что у нас тут есть? Есть фрейка. Можем попробовать через фрейю зайти. Ну, давайте попробуем. Тут и огник, конечно же, есть. Видели, я показывал вам, что он фрейю тащит. Правда, на битве... А, вот видите, он сейчас не заряжается так быстро, как хотелось бы. Но держаться, по идее, на фрейе он может. Вот фрейя только ударила, он опять включился. 43%, ребят. Все, его слили. Ожил опять. Но дальше он никак не забежит. Можно, конечно, убрать слона, поставить ему там того же самого феникса. Он будет больше выбивать. Давайте попробуем через рину зайти. Посмотрите, какой урон по рину. Ну, что-то нереальное вообще. Жесть. Замораживает. Так, там у нас Фрейя подошла. То его лучше выпускать где-то в центр однозначно. Короче, вот так вот. Выпускаем своего ронина сюда. К Анубису. Ну, то есть битву гильдий проходить питомцами, имея ронина, имея там
Или это Феникса этого нового, ну просто за счастье теперь. Тут раста не особо топовая. Но я вам на предыдущей, на первой показал, что там он просто нереальный. И вот добивать, кстати, им будет очень офигенно здание. Вот видите, да, вот этой стороне у нас тут зданий много, посмотрите. Просто там, где надо, и он, по сути, занимает одну четвертую карты. Вот опять включился. Ну круто, круто. То есть тут уже надо, я не знаю, быть каким рукожопом, чтобы там не пройти и битву гильдии с такими героями. Ну, не знаю, мне нравится. PvP локация просто обалденная, особенно когда включится. Ну тут нету моего, пропустим. Давайте кого-то другого возьмем. Тоже нету никого. 28%. Поснимали свой дав, что ли? Попробуем с первой гильдии. Посмотрим, что у нас тут получится. Блин, да запарили вы уже. Поснимали, блин. Праздником типа готовятся. Флешмоб решили устроить. У меня тут тест имба-героя, блин, а вы флешмоб устраиваете. Так, смотрим. Вот видите, смотритель, конечно, его шатает очень жестко. И Фрея шатает. Урон по нему проходит. Надо будет попробовать все-таки его с выживанием. Не соживая, поставить выживание и потестить. Проскакивает тут от Фреи. Но все равно посмотрите, как сейчас его сольют. Но он по чуть-чуть их разбирает просто. Офигеть. Ну, сейчас, наверное, она его шатанет. Да. Шатанула. Ну, практически, практически слили. Сейчас, наверное, Ронин добьет. Нифига себе. Да, ты жесткий тип. Кстати, сливается очень быстро. С дефом, конечно, печально. Ну, хотя, если он, ребята, он у меня не собран на уклонение. Если на уклонение его собрать, я думаю, будет вообще огонь. Думаю, этим мы займемся скоро. В ближайшем будущем. Так, поехали. Поехали искать еще кого-то интересного. Может, не настолько интересного, но видите, поснимали свои дефы и не с кем просто воевать. Вот, кстати, может, тут и успеет включиться. Вот, успел. Посмотрите, вот то, о чем я говорил. Это просто жесть. 67% с одного залпа. Он просто всех их офигеть. Да, его там сейчас не дадут ему зарядиться. Но это просто же... Вот дырка какая-то. Все, он соло... А, затащил все-таки Анубис. Не, он резнулся еще. Какой нафиг Анубис затащил? Вот, вот такая вот теперь будет битва гильдии, думаю, очень интересная. Да, Анубис все равно затащил. Но он свое дело делает, и это радует. Ух. Ну, что я могу вам сказать? Такое мое впечатление от героя. Герой просто офигенный. Особенно для бездоната. Пишите свои комменты, что вы думаете. Ждем обнову уже на других серверах вечером. Думаю, уже покажу вам новые таланты в действии. Возможно, завтра уже будут скины у нас
завезены. Возможно, сегодня вечером. Всем удачи, всем пока.